Добрый день, мои дорогие! Приветствую вас на канале о моде и приглашаю вас сегодня вместе со мной прогуляться в аутлет Метцингер. Посмотрим с вами сегодня бренд Макс Мара. В аутлете Метцингер огромный бутик, очень много чего интересного. Есть пальто, платье на сезон весна-лето, также обувь есть и есть летние сумки. Поэтому оставайтесь, погуляем, при этом не потратив денег. А также следующие мои видео мы с вами в аутлете Метцинген посмотрим Гуччи, Версачи, Валентина, Бали, Прада, Миу Миу. И также заглянем с вами в бутик Велерой Бог. И я покажу вам еще очень много столовых приборов. Очень интересные и есть хорошие скидки. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, также пишите комментарии. Я с удовольствием читаю ваши комментарии и всегда стараюсь на них отвечать. Огромное вам спасибо за комментарии отдельно. Ну и давайте с вами прогуляемся, посмотрим, что там интересного продается, какие цены, может быть, есть какие-то дополнительные скидки. И посмотрим с вами сумки, вот такой в среднем размере от первой линейки Макс Мара, тканевая сумка и окантовка из кожи. Такая сумка со скидкой 341 евро. Показываю вам, как выглядит эта сумка, и также есть еще дополнительный ремень. Сумка побольше, плетенная, от первой линейки Макс Мара. Также внутри есть дополнительный кошелечек и стоимостью 527 евро. Шикарная сумка, платье льняное или какой-то льняной костюм будет, я думаю, смотреться замечательно. Сумка кожаная от первой линейки Макс Мара. Такая неплохая сумочка. Размер вроде бы она и небольшая, но очень вместительная и смотрится элегантно. Цвет красивый и стоимостью 527 евро. Платье в красном цвете от первой линейки Макс Мара. Такой свободный покрой, будет скрывать недостатки, если у кого какие имеются. И есть в нескольких цветах стоимостью 354 евро. Ткань хлопок. Показываю вам, какие есть цвета. Очень симпатичная модель, хорошее качество. Ну и первая линейка Макс Мара всегда красивые модели и качество, конечно, очень высокое. А это платье уже подойдет на прохладную погоду или вот на весну. Красивое платье от первой линейки Макс Мара, 281 евро. Белое красивое платье с вышивкой, по-моему, Макс Мара Ко, стоимостью 368 евро. Но, как вы видите, здесь или маленькая грудь, или девушка без комплексов может это платье одеть. И изначальная цена была 549 евро, видите, не дешевая. Платье вязаное на подкладе. В красивом светлом цвете стоимостью 150 евро. Я думаю, что это, наверное, вязаное крючком, поэтому мастерицы могут позаимствовать модель. Трикотажное платье тоже в светлом цвете стоимостью 468 евро, а изначальная цена была практически 700 евро.
платье между платьем и тренчем, но все-таки это платье стоимостью 267 евро от Max Mara Weekend. Такой вот вариант между, но все-таки это платье. Использовано два вида ткани и вот синий деним. Смотрится, кстати, неплохо. Льняное шикарное платье от первой линейки Max Mara стоимостью 171 евро. Просто потрясающе красивое. Я померила, но оно очень длинное, для моего роста не подходит. Ну а так, конечно, девушки повыше, шикарное платье. Пальто от первой линейки Max Mara. Посмотрите, какое прелестное пальто в красивом цвете стоимостью 546 евро. Пальто на запах, тоже в светлом цвете, и это уже модель подлиннее, стоимостью 440 евро, а изначальная цена была 659 евро. Но цены, наверное, буду немножко округлять, чтобы лучше воспринималось. Шелковое платье от бренда Max Mara, первая линейка, стоимостью 509 евро. И, как вы заметили на этикетке, его нельзя стирать. Ну, я считаю, что такие платья приобретать, платье, ну, пару раз оденешь, его уже нужно стирать. А это платье 509 евро заплати и каждый раз за него оплачивай. А здесь мы с вами смотрим костюм, который можно приобрести, конечно, по отдельности. Жакет стоит 321 евро. Красивый цвет, зеленоватый и очень красивая отстрочка. И брюки стоимостью 150 евро, а изначальная цена была 265 евро. Ну, скидка существенная и костюм, конечно, добротный, будет носиться не один год. Шелковое платье от бренда Max Mara, первая линейка, 562 евро. Это шелковое платье, и, как вы понимаете, его нельзя стирать, но все равно очень красивые платья. Ткань просто шикарная, давайте хотя бы с вами полюбуемся. И еще такое красное платье, очень красивое. Здесь уже ткань хлопок, но такой поплотнее. Платье на запах от первой линейки Max Mara стоимостью 428 евро. И также такое платье есть и в других цветах. Платье на сезон осень, весна и также зимой можно такое платье одеть, в красивом цвете оранжевый, но не раздражительный цвет, а очень элегантный, стоимостью 392 евро. Трикотажное платье от бренда Sport Max, тоже стоимостью 271 евро и такой легкий розоватый и оранжевый цвет присутствует. Легкое хлопковое платье с вышивкой Ришелье, также на подкладе, стоимостью 139 евро и есть дополнительная скидка минус 20%. Платье от бренда Sport Max, V-образный вырез, такое цветастое, но тоже присутствует вышивка Ришелье, стоимостью 171 евро. Но если сравнивать платье от первой линейки Max Mara льняное, 171 евро, и это платье, то, конечно, Max Mara 100% выигрывает. Просто потрясающе шикарная блуза от первой линейки Max Mara в синем цвете. Какие шикарные пуговицы на рукавах, обратите внимание. Просто потрясающе. Стоимостью 328 евро и стирать это чудо нельзя. То есть еще нужно работать, чтобы сдавать в химчистку. Шелковое платье от первой линейки Max Mara, вот в такой расцветке, очень, конечно, красивое и нарядное, стоимостью 613 евро и также есть небольшой ремень.
пальто в синем цвете, очень глубокий синий цвет, смотрится, конечно, потрясающе. Такая модель по типу халат и стоимостью 2277 евро, а изначальная цена практически 3400 евро. Я думаю, что, наверное, здесь кашемир присутствует. Огромный выбор шелковых платков, разные расцветки. Посмотрите, какие прелестные. И все платки можно приобрести за 48 евро. Красивые расцветки и много разных цветов. И, конечно, эти платки не рекомендуется стирать, но одна зрительница мне написала под видео, что их можно стирать в холодной воде. Она так делает и ничего не происходит. Поэтому возьмите на заметку. Сумка из плотной ткани и также добавлена кожа. Стоимостью 95 евро, обратите внимание, очень похожа на сумку от бренда Hermès. Плетеная сумка от первой линейки Max Mara, а внутри она кожаная, такая, видите, вместительная, 561 евро, но есть у нее огромный недостаток, она, конечно, тяжелая. Изначальная цена, кстати, этой сумки была 935 евро, но, честно говоря, если в нее еще что-то положить, ну, зарядку делать только. И, как вы можете обратить внимание, она не из рафии, не из соломы, а из лозы. То есть это, я думаю, очень долговечный материал и прослужит вам много лет. И так как приближается у нас лето, показываю много таких летних сумок. Вот эта модель, кстати, мне очень понравилась. Видите, она такое плетение интересное и также добавлением кожи. 467 евро. Такая сумочка прослужит не один сезон. Очень красивая. Кстати, сумка от первой линейки Max Mara. И видите, такой размер хороший, вместительный. То есть и небольшая, и не маленькая. Очень хорошего размера. Льняное платье или льняные брюки. Просто шик. Корзинка уже попроще от бренда Max Mara Weekend. И стоимостью 119 евро. Изначальная цена была практически 200 евро. Но это такой, мне кажется, больше уже пляжный вариант. Или вдоль побережья. В льняном сарафане будет более уместно. И к этой корзинке предлагают носить вот такую красивую шляпу в синем цвете стоимостью 70 евро. Пуловер от бренда Penny Black, нарядные пуговицы на плече и также присутствуют пайетки. И рекомендуется стирать руками этот пуловер. Симпатичная модель стоимостью 124 евро, а изначальная цена была 195 евро. Плетеные корзинки от первой линейки Max Mara, вот такая в среднем размере 341 евро. И также есть корзинка побольше. И обратите внимание, что все корзинки застегиваются на магнит. Это тоже очень удобно и практично. Ручки на этой модели в черном цвете, а также есть еще и в карамельном цвете. Блуза от бренда Max Mara Studio, льняная и с такой шикарной вышивкой, стоимостью 291 евро, а изначальная цена была 435. Скидка существенная, блуза шикарная, обратите внимание, какая прелесть. И вышивка не по всей блузе, обратите внимание, она идет частями и красивые пальмы, конечно, красиво
и ткань хорошая, легкая, дышащая. Даже в черном цвете, я думаю, жарко в ней не будет. А вот корзинка, видите, здесь уже ручки из карамельного цвета. Тоже есть побольше размер и немножечко в меньшем размере. То есть выбор сумок летних, огромный, корзинок. Все, что сейчас модно, все есть. Блуза из легкого денима, такая повседневная блуза. И деним, кстати, облегченный, стоимостью 113 евро, а изначальная цена была 169 евро. Льняная повседневная блуза, тоже, кстати, расцветка очень симпатичная, стоимостью 86 евро, а изначальная цена была 129 евро. Шелковая блуза от первой линейки Max Mara, ну, кстати, очень такая повседневная, единственная декорирована, на плечах три небольшие пуговички, и стоимостью 278 евро. Посмотрим с вами, что представлено из обуви. Вот такие мюли вверх из ткани, стоимостью 219 евро. Босоножки кожаные, кстати, симпатичная модель, стоимостью 125 евро, а изначальная цена была 187 евро. Эспадрильи от Max Mara Weekend, видите, они из ткани и также есть немножко добавлением кожи, стоимостью 125 евро, а изначальная цена была 209 евро. Лоферы от бренда Morella, 136 евро, а изначальная цена была 235. Легкие босоножки через палец, 99 евро. Босоножки с такой бусиной от Max Mara Weekend, стоимостью 171 евро. Эспадрильи кожаные от первой линейки Max Mara, стоимостью 189 евро, а изначальная цена была 315 евро. Босоножки кожаные от Max Mara 311 евро, а изначальная цена была 519 евро. Мюли от первой линейки Max Mara 243 евро, изначальная цена 405, абсолютно кожаные, хорошая носибельная модель. А эти босоножки в желтом красивом цвете остались в одном размере 36, и сейчас их можно приобрести за 57 евро. Балетки, по-моему, модель называется Mary Jane, можно приобрести за 150 евро кожа. Ну а на сегодня я буду заканчивать свой влог. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте поддержать меня лайком, комментарием, также подпиской. Это очень помогает для развития моего контента. И еще впереди вас ждет много видео из аутлета, посмотрим с вами люксовые бренды и обязательно зайдем в фарфоровый бренд Велерой Бух и посмотрим с вами посуду и также столовые приборы. Поэтому подписывайтесь, буду вас ждать в новых видео. Всем удачи!